Так, здравствуйте. Хочу... Это пробный вариант видео. Я хочу продемонстрировать, как работает приложение Олимп. Значит, первым делом, когда приложение запущено. Ух ты, не видно ничего. Ну так, первым делом, когда приложение запущено, нажимайте, пожалуйста, вот на звоночек. Звоночек. И нажимаете вот обменять. Вот, и у вас баннер будет скрываться. Все. Значит, вы видите ленту здесь ситуации, и здесь только те ситуации, в которых люди добавили хэштеги. Чтобы открыть ситуации, нужно нажать. Чтобы открыть другие ситуации, на которых люди не нажали хэштеги, нужно нажать вот эти три полосочки и выбрать любой из разделов. Ну, например, там вот этот. И вот, пожалуйста, новые ситуации в этом разделе. Ну, пока что хватит. До свидания.